На чем основывается экономическая политика республики? Как учить и как лечить наших детей? Когда ремонтировать дороги? Сколько жилья нужно строить ежегодно? Какие сельскохозяйственные культуры предпочтительнее для нашего климата? Все это и многое другое обсудим с руководителями министерств и ведомств, предприятий и организаций. Смотрите в новом телепроекте «Правительственная связь». Уже в среду на связи премьер-министр правительства Чувашии Иван Моторин.